Мы на выставке цветов. Фловерс. Эта выставка цветов проходит в Тель-Авиве. Здесь собрана экспозиция разных цветов и, конечно, множество орхидей. Вот так вот вот в эту выставку. Вот такие вот громадные просто цветы. Вот это вот начало выставки. Все цветы здесь натуральные. И вот, вот так вот обезьянка здесь. И вот сделали вот такие композиции из цветов. Здесь сделали вот типа таких вот мостиков. И мы поднимаемся вверх. А сверху свисают вот такие вот орхидеи разных-разных цветов. Мы выходим из одного зала и попадаем вот в такую вот красоту. Все это из настоящих цветов. Они как бы в губке стоят, чтобы они могли сохраняться и долго стоять. Вот это зеленые, конечно, подкрашенные. Здесь вот есть еще много залов. Вот такой вот огромный зал. Здесь столько народу. Причем весь народ, билеты раскуплены по часам. Но выставка эта проходит всего одну неделю. Поэтому каждый старается сюда приехать и попасть на эту выставку. Вот такой вот необыкновенный у павлина хвост. И вот здесь он даже сделан из натуральной орхидеи. А здесь пытались, наверное, сделать как бы джунгли. Вот посадили как бы таких вот животных. Вот зебра здесь и львица. И они в окружении натуральных красивых таких цветов. Из разных композиций.
звуки раздаются даже этих животных. Вот мы проходим здесь по такому мостику, и сверху свисают орхидеи. Они не в горшках, и вот так вот как бы сделано. Просто прелесть. Вот здесь вот лилии. Но все цветы в таком хорошем состоянии. Вот так вот здесь свисает орхидея. Но я такое уже видела в Таиланде. Орхидея вот так вот обволакивает дерево. Наверху тоже орхидея. Вот здесь вот слышно шум воды, шум пения птиц. И тоже как бы такая вот пальма, вся в натуральных орхидеях. Я думаю, что это видно, что орхидеи все настоящие. На этой выставке орхидей было очень много народу. И так как стоял такой гул, хотя в зале слышна была легкая музыка, а пение птиц и даже крики каких-то животных. Но мне бы хотелось, чтобы просто люди могли полюбоваться этой выставкой и вставить немного музыки.
сейчас, проходя по этой выставке, мы видели красивейшего павлина. Из его хвоста сделаны просто огромное количество цветов. Вот это тоже очень красивая здесь композиция из разных-разных видов орхидей. Просто на этой выставке невозможно было налюбоваться всеми видами цветов. А ведь здесь около 2 миллионов видов цветов собрано, разных оттенков и разных цветов. И шикарнейшая композиция. Просто мы ходили, любовались здесь, и очень-очень было все интересно и необыкновенно. Здесь было множество залов, и в этих залах присутствовали композиции разных цветов и много уровней. Мы поднимались и опускались по таким ступенькам на мостике. И вот на таких мостиках с нас свисали разные-разные виды и цветы орхидей. Вот здесь вот мы тоже видим шикарные орхидеи, шикарные цветы. Они очень крупные, разных оттенков. Красно-белые и зелено-белые. Ну просто необыкновенные. Я никогда в жизни не видела таких растений. На этой выставке цветов очень много народу, и поэтому стоит гул. Иногда мне хотелось этот гул перекрыть красивой музыкой, чтобы люди вместе со мной могли полюбоваться прекрасными видами цветов. Вот здесь вот я заснимаю орхидеи и черную орхидею. Здесь огромное количество видов орхидей, но я никогда не видела черную орхидею. Черная орхидея здесь почему-то немного светловатая. Наверное, телефон дает вот такой вот оттенок, немного лилового цвета. Я была в Таиланде, там было огромное количество видов орхидей. Вот сейчас на экране, вот как раз я с ней показываю черную орхидею. Но там не было в Таиланде такого количества видов. Там не было черных орхидей, как здесь. И у меня на канале есть сады Таиланда с различными видами орхидей. Но вот здесь вот такое количество орхидей просто необыкновенно. Мы поднимаемся на разные уровни. И здесь вот везде вот такие вот цветы. Вот такая вот красота. Везде свисают орхидея. Вот так вот, как лианы, орхидеи, все цветущие орхидеи свисают сверху вниз. Возможных видов. Смотри наверх. Посмотри наверх. А вот еще тоже. Какая композиция из цветов? Я думаю, что это змея, вот у нее раздвоенный язычок высунутый. И это кобра. Но во всяком случае, очень напоминает кобру. И все это сделано из живых натуральных цветов. Вот сейчас
мы подошли, как я уже говорила, к композиции «Кобры». Я немножко отключила здесь гул зала и хотела поставить музыку, чтобы как-то более красиво выглядело это видео. Вот здесь вот кобра создана из разных-разных видов цветов. И вот видно, что какие цветы вот здесь вот как раз видно сочные, очень красивые. И разных-разных видов, оттенков. Вот у кобры раздвоенный язычок. И очень красиво все это создано. Вот сейчас вверх голова кобры, как раз я стою около головы кобры. И вот здесь вот такая вот композиция сделана из цветов. Смотрится, конечно, все очень необыкновенно. Вот в разных залах различные композиции цветов. И очень много здесь цветов антуриум. Вот как раз мы сейчас видим антуриум ярко-красного цвета. Но также я здесь показывала антуриум красно и половина белого. Или ярко-зеленые и белые. Я такие антуриумы, вот она не антуриум, не видела никогда. Они очень-очень крупные цветки. Здесь на выставке создано 2 миллиона разных оттенков и видов цветов. И просто мы ходили и любовались этими цветами. Вот такая вот огромная бабочка. И вот такие композиции цветов. Вот такой вот экран громадный. И, конечно, здесь показывают всевозможные цветы. Вот мы проходим еще по улице, как бы внутри вот этой выставки цветов, и продвигаемся к другим павильонам. Люди сидят, отдыхают. Кто хочет, заказывает себе что-то. И вот здесь вот есть еще один зал с различными композициями цветов. Я, по правде сказать, первый раз вот на такой выставке цветов. Да, она у нас и не проходила никогда. А в других местах я была, в ботанических садах. Там тоже было очень много видов орхидей. Но здесь не только орхидея. Здесь создано почти 2 миллиона разных видов цветов.
Сейчас мы заходим еще в один зал. Здесь вот играет музыка. И я не уверена, что будет возможно, что YouTube это все пропустит. Тоже вид натуральный архитектор. Вот так вот здесь необыкновенно красиво. Правда, здесь играет музыка. Но все очень торжественно и необыкновенно. Снимать очень сложно, потому что очень много народу. Вот такие здесь сделаны композиции. Из орхидеи, из разных разных растений. Вот это как бы торт из цветов. Многоуровневый и украшает их орхидею вот такого вот зеленоватого цвета. А вот эти орхидеи у меня как раз сейчас дома цветут. Тоже очень крупные и очень красивые. Вот сверху сделали как бы такие звездное небо такое. Тоже очень оригинально. Вот здесь вот по бокам, вот в другой павильон, вот так украсили вот такими подсолнухами. Конечно, это все живые подсолнухи. Все цветы стоят в губках, и их после того, как закрывается выставка, все, конечно, смачивают, чтобы все это было в воде и хорошо сохранялось. Вот столько много здесь подсолнухов. Они просто бесконечно. Целый ряд. И с другой стороны точно так же. Ряд подсолнухов. Вот с двух сторон прохода. А вот здесь вот, вот такие вот композиции. Это просто что-то необыкновенное. Из цветов сделали таких вот лебедей. И здесь же рядом картинки тоже лебедей. Вот я смотрю тоже, вот так вот посадили, как бы, типа такой вот лоджии. Так у нас обычно лоджии делают из такого как бы стеклянного. И вот такие вот композиции показали, как можно украшать, наверное, лоджии. Вот с другой стороны я подошла, лебеди. Вот так вот это все смотрится. А вот мы зашли в новый зал. Вот такие здесь предоставлены композиции из цветов.
живые лошади. Все это все покрыто цветами. Вот это вот картина, конечно, замка. Вот все вот это вот сделано из натуральных цветов. Вот эта композиция тоже сделана как картина, но она сделана из георгинов, все натуральных цветов. Вот так вот смотрится весь этот павильон. Все, лампочки разными горят здесь, которые все время меняют цветы. И поэтому просто музыка играет, поэтому смотрится все очень даже необыкновенно. Выходя из выставки вот этой цветов, конечно, здесь есть типа такого магазина. И здесь продают тоже разные виды цветов. И орхидея. И вот эти вот очень интересные. Я вот такого не видела. И вот это натуральное, я не знаю, что это. Смотрю, даже розы там. Вот там разные виды орхидеев. Но цены здесь очень большие, конечно. Ну, это, наверное, всегда на выставке. Вот и говорят, что здесь разные виды растений продают. Но я такие растения могу купить здесь. У нас в оранжереях есть. И там цены на, да, хотя бы нормальные. Вот такое вот место. Но это всегда, после всех музеев, выставок, обязательно есть, что продают. Здесь вот, конечно, и цветы, и горшки разные, и довольно есть интересные модели. Я не говорю про виды цветов, а вот именно, что модели есть, типа из горшков. А виды цветов можно купить в различных оранжереях.